До 4 человек возросло число жертв взрыва, который прогремел этим утром в Донбассе вблизи линии разграничения. На воздух взлетел микроавтобус, перевозивший мирных граждан. Все произошло недалеко от блокпоста киевских силовиков. Водитель выехал на обочину, пытаясь, как передает информагентство, обогнуть очередь из машины и наткнулся на противотанковую мину. За жизнь одного раненого сейчас борются врачи. Кроме того, контузию получили люди, оказавшиеся рядом в автомобиле. Среди них ребенок. По словам одного из очевидцев, слова которого приводит агентство «Интерфакс», украинская сторона перекрыла дорогу, и поэтому всех раненых пришлось везти в больницы на территории ДНР. Недопустимо так близко к дороге минировать территорию. То есть мы здесь будем настаивать, чтобы были проведены, наверное, определенные работы по разминированию. То есть установим, может, какую-то дистанцию, то есть на которой допустимо оставлять мины, а на которую действительно нужно провести разминирование как таковое. То есть иначе это не первый случай, к сожалению, и мы видим, что погибают гражданские, то есть с нашей стороны очень будет правильно, если мы поднимем данный вопрос на подгруппе по безопасности.